Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы будем говорить в открытом эфире о нашем региональном птицеводстве на примере сельхозпредприятия «Белореченское». Ну, всем известное предприятие, можно сказать, родное, поэтому интересно, с чем они нас могут порадовать, ну или, не дай бог, огорчить, как говорится. Тем более, эта тема сейчас очень актуальна на фоне событий, произошедших в Евросоюзе буквально недавно, поэтому узнаем об этих событиях и то, что может ответить наш региональный производитель. Ну а пока я представлю наших гостей в студии. Сегодня их аж 3 человека. Это Татьяна Семеновна Пухмахтерова, заместитель генерального директора по экономике и финансов Белореченского. Николай Эдуардович Эльгерт, директор по инновационному развитию, тоже Белореченское. И независимый наш эксперт сегодня, Тармаева Инна Юрьевна, диетолог, доктор медицинских наук. Спасибо, что пришли, дорогие друзья. Надеюсь, что сейчас у нас будет интересный эфир. Дорогие друзья, мы, как всегда, работаем в прямом эфире, напоминаю сразу. Вы можете позвонить, задать свои вопросы или высказать какие-то предложения, может быть, даже претензии по номеру телефона, который сейчас будет на наших экранах. Он абсолютно бесплатный, можете звонить с любого конца страны, естественно, со всей Иркутской области. Также вы можете писать на Viber по этому же номеру. Ну, а мы пока начнем, пожалуй. Начнем, наверное, с такого праздничного, что ли, повода, потому что Белоречки наши любимые исполняется 50 лет, буквально вот осенью, да, вот со дня на день, можно сказать, фактически. Ну, давайте вот коротко с вас начнем. Как вообще прошли этот путь, потому что это же предприятие, получается, у нас не капиталистическое, появилось-то еще в советское время. С чего начинали, чем закончили? Добрый вечер. Конечно, действительно, событие неординарное, 50 лет, это большой срок, и, конечно, это история. И вот, вы знаете, в этой истории удивительные цифры. Мы в 1967 году производили 4 миллиона 900 штук яиц. Уже тогда производили столько? Еще 4 миллиона 900. Представляете, а сегодня это трехдневная работа предприятия. То есть вот начинали мы вот с таких цифр, а сегодня... Так тоже не маленькие цифры, так сказать. Только три дня, а теперь, вот, то есть 365 дней, если говорить, то мы только три дня в 1967 году производили, а сегодня настолько увеличилось наше производство. И, конечно, оно кардинально изменилось по сравнению с теми годами. Ну вот с советского времени какие-то вот эти вот основополагающие какие-то вот предприятия, традиции какие-то остались, или уже все махровый капитализм? Вы знаете, то, что касается птицеводства, это, конечно, предприятие с высокой технологией. И, конечно, здесь и хозрасчет, и организация труда, и технологическая работа, она на высшем уровне. Здесь невозможно промахов, потому что это живой организм, невозможно каких-то послаблений, то есть это всегда динамика. И мы это, ну, как сказать, показали на фактическом результате. Сегодня производство яиц у нас достигло более 619 миллионов штук яиц в год. В год? Да. 619 миллионов. Ну, вот смотрите, если учесть, что вы начали производство яиц фактически после... спустя пятилетку после полета человека в космос, да, это время прошло достаточно, поэтому эти цифры, на самом деле, я считаю, нормальные для современности. Да, но давайте все-таки вот от прошлого к современности мы уже перешли фактически. Ведь кроме яиц у вас достаточно большой еще ассортимент. Что еще-то вы сейчас производите? Вы знаете, вот 2000 год, он тоже для нашего предприятия был таким фундаментальным. И когда началось присоединение хозяйств, ну, разорялось сельское хозяйство, и мы, конечно, не были в стороне. Те ресурсы, которые получило птицеводство, мы стали отдавать сельскому хозяйству. И отдавать на восстановление сельского хозяйства. Стало производиться у нас на предприятии молоко. То есть в нашем ассортименте это не только сегодня яйцо, это и молоко, это и мясная продукция, это и овощи. То есть вот что нужно человеку для питания, практически все предприятием производится. И производится в очень серьезных масштабах. Ну то есть я правильно понял, что это все произошло благодаря тому, что с вами начали агломерироваться другие какие-то хозяйства, которые очень плохо жили в тот вот момент, да? Да, абсолютно верно. И вот сегодня практически
практически каждая третья кружка молока – это производство нашего предприятия. Пользуясь этим эфиром, хочется поблагодарить наших покупателей, что они именно нас выбирают, продукция уходит быстро, и поэтому дай бог вам здоровья. Ну, вы справляетесь, просто у нас удовлетворяется? Да. Еще есть куда расти? Конечно, конечно, конечно есть. Ну вот, смотрите, вот тоже, наверное, Татьяна Семеновна, вот география вот этого вот всего вашего рынка сбыта, да, это не только Иркутская область. Я даже помню, ну, работал в свое время в Монголию поставлялось, в Бурятии есть, еще где-то в Красноярске, по-моему. Да, вот то, что касается наполняемости рынка, то надо сказать, молочная продукция у нас практически уходит только в Иркутскую область, потому что ее не хватает. А то, что касается яиц, мы, конечно, полностью обеспечиваем нашу Иркутскую область этим продуктом питания. И торгуем мы, значит, начиная от Владивостока и, в общем-то, заканчивая Новосибирском. А, вот так даже? Татьяна Семеновна, поправлю вас. Давайте, Николай. На Москву. А, пробные. Да, да, да. И даже, да, и были даже поставки в Москву, потому что цены, конечно, несравненные в Москве и у нас. Вот как, Додорович, вот вы сказали, какие цены в Москве сейчас? 120 рублей минимум. Да. Десяток? Да. Да. Десяток. А вот если Белореченская туда пойдет, за сколько, интересно? Ну, так мы будем столько же. На этот рынок надо еще попасть. Да. Он очень тяжелый. Но есть перспективы, это возможность, в принципе? Ну, по крайней мере, пробуем. А когда мы пробуем, у нас все получается. Да. У нас нет что-то, чтобы не получилось. Не бывает так. Сегодня Монголия, конечно, у нас тоже потребителем является, серьезным очень потребителем. Ну, разные тут ситуации по этому рынку. Но, тем не менее, сегодня мы работаем с этой страной. Ну, замечательно. Просто на самом деле там выбирать-то особо не из чего. То есть Белоречка там у нас расходится, это я как доктор говорю. Да. Хорошо, но вот возвращаясь снова к географии, вот обещанное для наших зрителей отступление про Евросоюз, да, там вот совсем недавно производители, ну, это яиц непосредственно в Германии, в Голландии, ну, грубо говоря, отравили почти всю Европу. Там больше 14-15 стран, по-моему, да, попало вот в эту неприятную ситуацию. Сообщение об этом прошло по многим федеральным средствам массовой информации. И я предлагаю сейчас посмотреть сюжет, за который мы благодарим наших коллег с телеканала ТВЦ. Давайте посмотрим, что там происходило, а потом вернемся к нашим яйцам. Пожалуйста, сюжет. Продукция обнаружена в Германии, Великобритании, Франции, Бельгии, Австрии, Дании, всего в 15 странах ЕС. Источник заражения – Нидерланды и Германия, крупнейшие поставщики этого продукта. В Голландии уже начались уголовные преследования руководителей компании «Чикфренд». На 8 фабриках Нидерландов были проведены обыски. Арестованы автомобили, недвижимость и банковские счета подозреваемых. Двое управляющих взяты под стражу. Они подозреваются в создании угрозы здоровью населения. Угрозы населению создает инсектицид фипронил – вещество для уничтожения мелких паразитов, например, шей у куриц-несушек. Немецкие птицефабрики использовали химикат, даже не подозревая об этом. Федеральный институт Германии оценки рисков заявляет, что найденные в яйцах дозы ядовитого соединения для человека не опасны. Власти оптимизм исследователей не разделяют. Я совершенно не согласен с этими расчетами. На мой взгляд, в них не учитывается такой фактор, как накопление вредных веществ в организме при систематическом употреблении яиц. Нужно соблюдать осторожность, ведь мы еще недостаточно об этом знаем. Фипронил активно используют при травле тараканов. Собак и кошек он успешно избавляет от любых кровососущих, включая клещей. Однако в птицеводстве вещество строжайше запрещено. Конечный продукт птицеводства – это мясо и яйца. Вещество это недостаточно изучено. Но как любое химическое вещество, обладающее свойствами против каких-то биологических существ, оно может принести значительный вред человеку. И хотя власти заявляют, что фипронил обнаружен всего в 1% от общего количества продукции, попавшие на европейские столы отравленные блюда исчисляются тысячами тонн. В Великобританию импортировано 700 тысяч яиц, во Францию 250 тысяч. Несколько миллионов яиц изъяты из продажи в Германии. Мы предполагаем, что из этих предприятий в Нижней Саксонии примерно 16 миллионов зараженных яиц были проданы и съедены как в Германии, так и за рубежом. К расследованию ситуации подключились прокуратуры нескольких стран. Скандал усугубляется заявлением бельгийского министра здравоохранения. По его словам, нидерландским властям об использовании опасного вещества было известно уже давно.
Федеральное агентство по безопасности продовольствия Бельгии имеет много контактов. Через них им попала внутренняя информация голландского агентства. Судя по всему, об использовании фипронила им было известно уже в ноябре прошлого года. Что касается российского рынка, то от европейского поставщика он оказался защищен санкционным режимом. В Россельхознадзоре и Роспотребнадзоре поспешили успокоить. Ни одного десятка опасных яиц на наши прилавки не попало. Ну, вот такая вот ситуация у нас в Европе, как это ни странно. Ведь это не только яйца, это ведь получается у нас туда же идет и выпечка, и майонезы, различные соусы, да, это куча различной продукции, где тоже мороженое, то же самое, люди все равно травятся. И вот такой вопрос у меня, как вы считаете, каким образом такое могло произойти в просвещенной Европе? Я думаю, вот Инна Юрьевна, как у нас специалист-диетолог, вот вы знаете, вот как это может произойти? Ну, фипронил этот, это относится к пестицидам, инсектицид, который предназначен для протравливания в основном насекомых. Вот так даже? Да. Угу. На сегодняшний день доказано, что это действительно пестицид, химическое соединение, которое оказывает очень большое, обладает кумуляционной способностью. То есть, если человек будет употреблять, например, ежедневно такие продукты, то оно будет накапливаться и вызывать для организма те или иные побочные эффекты. Угу. Опасен, вреден, поэтому... Ну вот просто вот у нас сейчас звонок уже первый поступил в студию, мы продолжим эту тему, потому что все-таки как это в Европе такое вдруг допустили. Нам звонит сейчас Анатолий, я так понял, что из Иркутска. Добрый вечер, мы вас слушаем, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Я иркутянин, но вопрос у меня может быть не сразу по теме, что там всякая заразе и прочие дела. На территории Иркутска продаются и другие ведь яйца из Красноярска, Новосибирска, тоже Акинское яйцо. Вот по размеру вопрос. Размер яйца? Новосибирское, Красноярское, они вроде визуально как больше, чем Говореченское. Вот хотелось бы услышать тебя. Ага, спасибо. Ну, на самом деле хороший вопрос, это на самом деле интересно. Я так просто категории же есть какие-то, да, по размерам-то. Вот давайте, кто готов? Размер яиц одной и той же категории не может сильно различаться. Единственное, что белое яйцо, наше белое яйцо, предположим, белореченское, оно цвет белый. Он это не вы так дает фирму увеличения держите, размера. Что белореченское, белое яйцо. Белое значит чистое. Белое значит чистое. Вообще разделение по категориям – это строго установленный порядок, строго определенные весовые кондиции, например, там, мелкое яйцо там 35-45 грамм, ну и так далее. Всего там 5 категорий. Угу. Поэтому это, когда говорят, что одной и той же категории, вот у них там крупнее, а в Иркутске, у иркутского производителя нет, мельче, ну это не совсем так. Ну а вообще это же какой-то ГОСТовский стандарт, ну, общегосударственный? Конечно. Ага. Ясно. На вопрос ответили, надеюсь. Продолжаем нашу тему. Вот Анатолий, спасибо. Спасибо, Анатолий, да. Продолжаем тему. Вот, да, как вот вы считаете, как специалисты, каким образом в Европе допустили вот такую ситуацию? И как вы, естественно, сразу же вдогонку вопрос, а мы застрахованы от подобного? Хорошо. Хороший вопрос. В народе очень часто говорят, когда желаемое не сходится с действительным, не все золото то, что блестит. Так и мы, почему-то многие из нас, всегда считали, что в Европе там, ух ты, самая лучшая в мире система контроля за качеством продукции, за безопасностью продуктов питания. В частности, вот, посмотрев данный сюжет, оказывается, не все в порядке, как многие-многие годы нам рассказывали. Допущена ошибка, может, даже беда произошла, несчастный случай, можно как угодно можно назвать, то, что... Такие последствия отравили пол Европы, 15 государств, люди, которых пострадали от этого препарата. Не до конца было изучено действие препарата. Дальше произошло элементарное. Очень хочется верить, посмотрев сюжет, что все-таки там не было преступного умысла, а заведомо травили. Ну, вот знали, что нельзя. Что знали, вот чиновники-то знали, что такое происходит. То есть у них-то еще покруче, так полагаю, чем у нас-то ситуация бывает. То, что у нас такого не произойдет, это абсолютная у нас есть уверенность. Хотя бы потому,
что у нас нету составляющей обязательной для применения этого препарата, подобных ему. У нас нет паразитов на птице. Чем докажете? Их просто нет. У нас очень развито, мы тратим достаточно большие деньги на профилактику. Мы обрабатываем корпуса без птицы. Когда птица выработала свой трудовой стаж, закончила нести яйца, она уходит на заслуженный отдых, на пенсию, корпуса освобождаются. Мы их обрабатываем теми нашими старинными русскими препаратами, простыми, там хлороформ, типа что-то такого. Потом мы корпуса моем, белим, проходит дегазация их, проверяют ветеринары, есть ли там что-то, или там стерильная, стерильность полная. И пять дней корпус проветривается. То есть это закон для нас, и мы даже его не обсуждаем. Он у нас доведен до автоматизма, мы его выполняем просто и все. Поэтому у нас такой ситуации быть не может. Николай Эдуардович, сейчас тоже продолжим эту теперь тему уже на этот раз. Нам звонит Валентина. Добрый вечер, говорите, пожалуйста, мы слушаем. Добрый вечер. Здравствуйте, хочу Валентина. Вы откуда нам звоните? Я с Иркутска звоню. Тоже Иркутска. Ага, пожалуйста. Угу. Татьяна Семеновна, спасибо вам большое за ваше производство. Мы берем постоянно яйцо, молочко. Валентина, отойдите, пожалуйста, от телевизора подальше. У нас идут помехи по звуку, мы вас плохо слышим. От телевизора подальше отойдите и повторите вопрос. Ага. Говорите, говорите. Ну, ясно. Говорите, мы слушаем. Пользуюсь вашей продукцией очень давно. Довольны яйцом. Хорошо. Все, Валентина, простите, но идет какая-то помеха по звуку, по связи. Мы очень плохо слышим, но мы поняли, что вы выражаете благодарность Татьяне Семеновне. Да, мы это услышали. И коллективу. Спасибо большое вам, спасибо. Ага. Вот, продолжим. Вот у меня такая деталь заинтересовала, когда я ездил к вам на Белореченское. На подъезде к фабрике там есть такая специальная, как это назвать-то, емкость, какая-то канава, что ли? Дезинфекционный барьер. Барьер какой-то, заполненный специальным раствором. Что это за раствор, для чего вот он? Это... То есть все машины, которые проезжают, они вот обязаны... Это раствор для обеззараживания автомобильного транспорта, как частного, так и служебного, производственного, который приходит к нам на предприятие. Для того, чтобы исключить возможность завоза на предприятие каких-либо заболеваний птицы. В первую очередь мы очень-очень боимся и предохраняемся изо всех сил от птичьего гриппа, например. Не секрет, что он в Европе идет и идет, да и в России уже вспышки есть, поэтому надо защищаться. Люди, которые приезжают, должны не бояться за свой автотранспорт. Колеса не отвалятся, только станут чище. Ходовая часть машины не заржавеет после этого, только станет чище, поэтому все в порядке. Это обязательное требование. Понятно. Ну, то есть у вас, кто вот несет ответственность, я имею в виду из надзирающих органов, за то, чтобы у вас вот таких ситуаций, как в Европе, не было, что у вас все в порядке, что вот дезинфекция и так далее? Работают все службы, но в первую очередь это зооветеринарная служба. У нас отселекционировано, если так можно сказать, но это грубое слово, жизнью отобранной, люди, которые работают в этой службе. Согласитесь с тем, что работать зоотехниками и ветеринаром на предприятии, на котором больше 2 миллионов голов птицы, больше 13 тысяч голов крупного рогатого скота, это величайшая ответственность. Это, как говорят, не фунт изюма съесть. Это очень ответственно. У нас эти люди отборные, знают свое дело, высокопрофессионалы. Вот давайте сейчас вот мы не будем как бы вот чуть-чуть вперед забегать. Давайте я предлагаю еще один материал наш посмотреть, который уже подготовлен непосредственно на самой фабрике. Выслушаем мнение вот местных специалистов. Здесь-то начальство сидит, а там все-таки уже люди, которые непосредственно там работают. Вот, и поймем, стоит их ругать или наоборот благодарить. Пожалуйста, еще один материал видео. С
Специалисты уверены, что полезные свойства яйца неразрывно связаны с микроклиматом, который царит в производственных цехах. Только свежевентилируемый воздух и чистота помещений гарантируют высокое качество яйца. Небольшие отклонения от нормы могут сделать продукт непригодным к употреблению. Цвет желтка зависит от уровня каротиноидов в яйце. Каротиноиды – это провитамин А, который мы добавляем в кормление птицы. Это идет растительный витамин, то бишь это содержится все в растительном сырье. Никаких химических красителей мы не используем. Большую роль в производстве играет корм. Экологически чистый корм местного производства надежнее импортного. Вместе с ним курицы потребляют питательные вещества и витамины. И чтобы цыплята росли здоровыми, производится плановая вакцинация. Мы с суточного возраста уже занимаемся пробиотикотерапией, витаминотерапией и вакцинацией птицы от вирусных заболеваний. Проверяем иммунитет птицы на вирусные заболевания. Поэтому у нас исключена возможность применения антибиотиков. Просто они нам не нужны. Белореченское яйцо соответствует необходимым для питания детей требованиям и поэтому поставляется в школы и детские сады города Иркутска. Ну вот, честно говоря, хочется верить тому, что мы увидели и услышали, то, что нам здесь говорят. Вы-то как сами оцениваете? Это все действительно соответствует как бы вот реалиям? А то, может быть, они там рекламу решили сделать. Бесспорно. Начальникам группы это спрашивают. На самом деле, сегодня одна из острых проблем, да, проблем в питании, это проблема качества и безопасности пищевых продуктов. Что касается предприятия Белореченское, нужно сказать, что на сегодня есть полностью лицензированные, аккредитованные лаборатории, где каждая партия, каждого продукта, наименование, да, проходит лабораторный контроль. Ну, помимо этого, в рамках производственного контроля, в рамках, допустим, плановых контроль, органами такими, как Роспотребнадзор, Россельхознадзор, да, проводятся проверки. Поэтому, в принципе, качество сегодня остается на высоком уровне. А вот было сказано устами специалиста в материале, что в суточном возрасте уже птица проходит какую-то там вакцинацию, там инъекции, видимо, какие-то ставят. Или что, это не опасно для такой молодой цыпленка? Нет, это наоборот полезно. Это так же, как у людей. Когда мы в детстве детей вакцинируем, тем самым мы у них создаем иммунитет против возможных болезней. Вовремя созданный иммунитет защитит взрослых людей, взрослую птицу от возможных заболеваний. Проведя эту работу в детстве, тогда, когда наступает рабочий период, а у птицы период, мы называем, мецинозкости, ее нет необходимости лечить. Она не болеет просто-напросто. Угу. Хорошо. Профилактика. У нас еще один звонок. Нам звонит Маргарита. Добрый вечер. Говорите, пожалуйста. Добрый вечер. Я также вам звоню из Иркутска. Это у нас иркутяне сегодня активны. Слышите? Пожалуйста, говорите. Я всегда покупаю только белореченское яйцо. Но иногда в партии попадаются яйца с испачканной грязной скорлупой. Я бы хотела узнать, с чем это связано и насколько такое яйцо безопасно для употребления. Спасибо. Спасибо вам. Такой действительно хороший бытовой, я бы сказал, вопрос на самом деле. Я начну, а Татьяна Семеновна, если надо будет продолжить. Давайте. Маргарита, доброго здоровья. Да, я пробую оправдаться. Прежде всего, здесь присутствует человеческий фактор. Когда сортировщица стоит на рабочем месте смену, и когда у нее перед глазами проходят тысячи в день 1,5 миллиона, 1,7 миллиона, 1,8 миллиона, такие у нас цифры ежедневного производства яиц, то она может и пропустить. Для того, чтобы не было справедливых замечаний от покупателей, наше предприятие приобрело яйцесортировальную машину голландского производства знаменитейшей фирмы, одной из лучших в мире. Я не будем рекламировать. Похвалюсь, никого не рекламирую. За сумасшедшие деньги, за космическую стоимость. Ага. Для того, чтобы в том числе и не было этой проблемы. Машину запустили в работу, и качество яиц революционно улучшилось. Машина не просто отбраковывает машины с грязной скорлупой. Машина отбраковывает яйцо, в котором есть насечка. Машина отбраковывает яйцо, в котором внутри есть какие-то включения. Угу. Машина великолепно его сортирует, даже по цвету умеет сортировать.
производительностью 250 тысяч только яиц в час. Поэтому я думаю, что покупатели этого уже успели последний месяц-два почувствовать. Машина запущена в работу. То есть все, чистота гарантирована. Да. Да? Ну ладно, да. Хорошо. Еще один звонок. Нам звонят из Черемхова, на этот раз Светлана. Пожалуйста, говорите, мы слушаем вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Меня зовут Светлана. Я магистрант кафедры биоинженерии и пищевой химии Иркутского политехнического университета. Я из Иркутска. Хорошо. У нас на кафедре разрабатывают пищевые продукты, обогащенные симбиотиками, в частности зефир. В его состав на 70% входит свежий белок куриного яйца. Ну и вот в связи с этим у меня вопрос. На что нужно обращать внимание при покупке яиц, чтобы приобрести действительно безопасное для здоровья яйцо? Какой постановочный прямо. Вы, наверное, сидели, писали, записывали. Такой умный, научный, я бы сказал, вопрос. Спасибо большое за вопрос. Нужно сказать, прежде всего, идя в магазин, покупая яйца, да, обратить внимание на сроки изготовления. Во-первых, да, сроки. Далее, затем скорлупа. Должны обратить внимание, вот, что касается скорлупы. Она должна быть не побитая, без трещин, да. И условия хранения. Затем принесли вы домой, вы должны их помыть. И сроки хранения, да, условия хранения, это в условиях холодильника. 1-2 градуса – это условия холодильника. В среднем 7 дней – это считается диетическое яйцо. А так сроки хранения 30 суток. 30 суток можно? Да. Отлично. Хорошо. А вот у меня, кстати, такой вопрос тоже, бытовой тоже возник. А почему вот есть яйца белые, да, вот белореченское, здесь понятно, марку держите. А есть желтые, какие-то коричневые, красноватые, вот это вот. Ну, это порода птицы. Это не специально красят? Это какие-то, может, там... Это разные породы птиц. У нас птица называется декальп. Это очень знаменитая порода кур, но мы чрезвычайно ей довольны. И, кстати говоря, мы в благодарность птице за то, что она нас так делает счастливыми, за свою продуктивность, мы создали необходимые условия для жизни. В птичьих квартирах, в клетках, есть круглосуточно чистая вода, прекрасный корм. И есть то, чего даже нет у некоторых чиновников в кабинетах. Есть кондиционер. Ей 24 часа в сутки подается в каждую клетку индивидуально свежий воздух. Хорошо, но только не простудите там кондиционер. Не простудим. У нас для этого есть люди обученные. Я вот как раз хотел спросить, куда же вкладываете вы свои доходы, которые, ну, судя по рынку сбыта, достаточно большие, но теперь, в общем-то, уже стало после слов Николая Эдуардовича и понятно, что все идет в производство в основном. Да. То есть это вот оборудование, корма, да, вы тоже. А вы корма сами производите? В быту нужно смотреть на качество желтка, на его цвет желтка. Если мы смотрим желтый желток, как в Белоречке, да, то есть, ну, оно зависит прежде всего от кормов. И нужно сказать, что в условиях того, что население Иркутской области сегодня испытывает дефицит в плане эссенциальных элементов, минеральных элементов, поэтому вот одно из альтернативных решений должно быть прием обогащенных продуктов питания, фортифицированных продуктов. И вот нужно сказать, наверное, похвалить производителей, да, Белореченского сегодня в том, что они вот такие продукты выпускают. Например, яйцо, у них в корма добавлены специально йод, селен, такие необходимые нам, да, элементы. Также и дополнительно они обогащены витаминами, что представляет особую важность. А вот эти вот оранжевые желтки любят, вот в основном говорят, вот деревенское яйцо с оранжевым желтком таким. Густым. Это все корма влияют, действительно. Сбалансированная корма, да. Одно из важнейших составляющих обеспечения качества продукции, как следствие безопасности, это синонимумы, является наличие собственных кормов. У нас собственная кормовая база по зерновой группе. Наше хозяйство, работающее структурные подразделения, работающие в Черемховском и Усольском районе, обеспечивают нас полностью зерном, из которого в том числе мы изготавливаем концентрированные, сбалансированные по микроэлементам и так далее корма. Тем самым мы исключили даже малейшую возможность завоза на предприятие какой-либо заразы извне, которая нет-нет, а там где-то далеко
про которую мы слышим. И вот на эти цели, конечно, огромные ресурсы идут. И вот спросили вы про инвестиции. Конечно, денежные средства, которые мы получаем от нашей хозяйственной деятельности, они направлены целенаправленно. И вот Николай Эдуардович сказал о машине и сказал о человеческом факторе. Мы как раз вот этой механизацией исключили вообще человеческий фактор. То есть это сейчас все в автоматическом режиме идет. И, конечно, таких моментов и таких вопросов мы, надеюсь, уже не будем получать в дальнейшем. За вопрос очень огромное спасибо, надо сказать. Над этим предприятие работает. Кроме того, о безопасности, о инвестициях. Вы понимаете, для того, чтобы к курице или в корпус попасть, туда не каждый человек может. Это только птичница, это только слесарь-оператор. И более никто. Так они там тоже проходят дезинфекцию. Абсолютно, да. У нас санпропуск НЕК, где они полностью переодеваются, полностью, значит, это. То есть мы обеспечиваем птице комфортные условия, чтобы туда не занести источники какой-то заразы. Кроме того, что мы обеспечиваем вот именно вакцинацией, такими моментами, и организационными вот этими вещами мы, конечно, полностью обеспечиваем. И птица дает нам отдачу. Хочется вот действительно в этой передаче слова огромной благодарности сказать нашим специалистам, потому что они делают невозможное на самом деле. Кстати говоря, и их требования у нас мы выполняем. 3800 работающих, из них, по-моему, около 400 человек имеют высшее, специальное, среднее образование. На место каждого из нас, в том числе на нее, на мое, по 3-4 человека есть готовых. Молодых людей, прошедших уже жизненную школу, овладевших профессией. Кадровая политика. И мы, кстати говоря, не боимся, что они у нас за спиной стоят. Даже лучше работаем, потому что работать охота. Это помощники очень хорошие. Понятно. Скажите, вот вы тут упомянули эту голландскую машину супер, да? А как вообще с западными санкциями? Вас они не коснулись? Как вы умудрились из Голландии привезти такое оборудование? В эти санкции мы даже умудрились продать японцам яичный порошок. Да, это большой успех. Поэтому в целом санкции, конечно... Кто работает, тот, наверное, добивается. Конечно, санкции немножко нас коснулись. Мы знаем, что они есть. В частности, например, даже вот эта же вакцина для вакцинации цыплят. Так получилось по каким-то объективным, субъективным причинам. В России долгодействующей, качественной вакцины нет почему-то. Я не комментирую, почему. Запретили ее в качестве одной из направлений станции, запретили нам ее продавать. Мы ее покупаем, мы нашли ход, потому что сидеть сложа руки. Мы ее покупаем со вторых рук у тех государств, которые не санкционированы. Николай Эдуардович, я вынужден вас прервать, у нас еще один звонок, наверное, уже последний, у нас эфир заканчивается. Пожалуйста, нам звонит Наталья из Усолья Сибирского, мы вас слушаем, говорите, пожалуйста, добрый вечер. Добрый вечер. У меня вопрос к Инне Юрьевне. Инна Юрьевна, подскажите, пожалуйста, какое количество яиц нужно съедать в сутки взрослому человеку, чтобы было полезно, а не вредно? И были ли в вашей практике случаи, когда рекомендованная диета и правильное питание буквально спасло человеку жизнь? Ух ты! Хорошо, спасибо. Интересный вопрос. Яйцо вообще на самом деле уникальный продукт, особенно белок яйца. Он сегодня в науке приравнен к 100% аминокислотный скор, когда у нас рассчитывают. Идеальный продукт, усваивает хорошо. Детям полезно яйцо, потому что мы понимаем, что там и все аминокислоты полноценные, которые только с продуктом питания попадают, это яйцо. Поэтому если говорить о взрослом населении, то это 3-4 яйца в неделю. В неделю? Да. А как же вот если... Желательно, чтобы оно было в отварном виде, то есть, не жареное, как диетолог. Как-то мало, я больше ем. Утром яичница, как говорится, вечером уже отварить. За счет высокого содержания все же холестерина, поэтому... Вот так, да? То есть, 3-4 в неделю? Да. Детям 2-3. Но нужно обязательно оставлять, особенно детям. Триптофана, лизина, достаточно большое количество в яйце. Хорошо, спасибо большое. У нас заканчивается эфир. Я просто хотел такую информацию еще довести. В 2005 году Белореченская организовала первый международный день яйца и установила рекорд Гиннесса в номинации «Самая гигантская яичница». Кстати, о яичнице. Использовали 11 тысяч штук куриных яиц. Даже сами изготовили специальную сковороду, если я правильную информацию имею. Как нынче-то этот рекорд еще держится? Сковорода целая. Правда, наши инженеры
с Кулибина новоиспеченный, из нее сделали прекрасный фонтан, которым любуются наши работники утром и вечером. Ну, в принципе, это все интересно. Чем-то же надо же заниматься, кроме еще основной работы. Поэтому мы полны дом. Если что-то делаем, так большое. Если самодеятельность, так человек 500-600 за вечер на сцене выступает. Если соревнования коллектива, значит, 1000 человек. Я думаю, сковорода еще будет востребована. Мы еще, однако, не жарили омлет. Да, кстати, у нас же молоко свое. Да, у нас же молочко. Что-нибудь придумаем. Давайте что-нибудь придумывайте, потому что действительно такие темы, они интересны для населения. То есть вот эти все рассказы, которые вот вы сегодня узнали. Вы представляете, тысячи людей ждали эту яичницу. Как ее съели-то, кстати? Тем не хватило. Тем, кому не хватило, те пели и плясали до утра. Выпрашивали, наверное. Ну да. Ладно, хорошо. Я вам благодарю вас за этот интересный действительно эфир. И вроде, судя по звонкам, и нашим зрителям понравилось. Вопросы задавали интересные. Вот. И, так сказать, раз уж тему рекордов задели, то новых вам рекордов, а нам вкусной продукции. Давайте нас не подведите. Область готовы накормить? Хватает сил? Конечно, голодными не оставите, конечно, если что? Конечно. Голодными бесспорно не оставим никогда. Да и трудно нам ее оставить, потому что иметь четверть поголовья коров, это у нас 34%, 35 примерно процентов от объема производства молока, это Белореченская. 45 тысяч тонн молока, это не игра. Поэтому мы, конечно, как никто другой, соответствуем званию фундаментообразующего предприятия в сельском хозяйстве. Хорошо, спасибо еще раз за эфир, дорогие друзья. Время наше истекло, к сожалению. До новых встреч. Всего самого лучшего. 3-4 яйца в неделю. Не объедайтесь. До свидания. Спасибо. Проб биологического материала норовирусы выявлены у четверых работников пищеблока и 13 отдыхавших. Причины заболевания предстоит установить. Кроме того, в 3 из 4 растворов для дезинфекции была занижена концентрация очищающего средства. Сейчас работа турбазы приостановлена. В поселке Горячий Ключ Иркутского района начали заливать фундамент для здания новой школы, а завершить строительство планируют уже к июню следующего года. При этом работы будут продолжаться даже зимой. Где на время стройки будут учиться школьники, расскажет Галина Соболева.